Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня наконец-то тест героя, который вторым у меня прокачан на 30-й прорыв. Это Варжей. Почему Варжей укачал? Потому что его зачастую Фрейя сливает очень быстро. И у нас будет сегодня тест нестандартный. Потестируем Огненку 9-9 плюс СО. То есть вот такой вот вариант, максимальная сборка плюс доспех у него. Так, что нам тут поставить? Ну пусть будет пока карась. В общем, такой вот вариант. Жизни, как видите, немножко меньше стало у него из-за того, что мы поменяли ему рунку. Плюс 996, но дефа у него должно быть немерено. Так, окей, поехали. Давайте сначала посмотрим, покажу вам, что там. Я уже даже сам забыл. По снаряге. Так, ну, уклонение, атака, в общем. Сборная солянка, скажем так. Я не заморачиваюсь над этими статками. Окей, поехали. Смотритель, видите, сколько ударил. Сейчас посмотрим, пусть зарядится. 123 тысячи от хила. Ну, Фрейя 126 пробивает. Ну, сейчас, наверное, со смотрителем его чпокнут, а может и нет. Я все-таки убьют. Ну, неплохо, неплохо. Минус огник, ребят. Вот это жестко было. Фига себе. Хорошо минусует. Ну, конечно, тут один на один. Сейчас тестировать это немножко не то. Но все равно интересно. Вот видите, смотритель. 123к от хила, конечно, это нормально. Так, огника потащили сюда. Жесть. Ну, не так просто теперь его слить. Давай, хилься. Блин, смотритель против смотрителя еще. Вот смотритель, вот все мешает смотритель, а так, ну, нереально хорошо держит урон. Конечно, отражалки меньше в таком случае, но все равно неплохо. Посмотрите, нифига себе. Нехило так. Ну, все равно убивается. Но отражалка, конечно, хорошо срабатывает. Ну-ка, Роза. Да, без вариантов. Вообще без вариантов. И чтобы вы понимали, 30-й прорыв против смотрителя ничего не сделает. И против вражественной фракции тоже нифига не, у вас не получится. Так, ну давайте попробуем тут. Непонятно, в общем. Ну, урона тоже, как видите, там 500 до миллиона будет максимум. 300. Сейчас посмотрим, что получится у нас на PvP локациях. Ну, здесь смотритель, вы видели, да? Минус 6 миллионов дает вот так вот. То есть всю роль сейчас играет смотритель. Сам по себе выражает такой, конечно, хороший. Жизни у него тоже дофигища. Но он сливной. Сейчас посмотрим, сколько у него жизни будет. Попробуем резнуть.
Нифига себе, не пробивают. Сорок четыре тысячи, а у него отхил 123. Вражеский ворожей бьет. Так, ну вот Фрейя включилась. Два миллиона? Или это мне показалось? Мне, наверное, показалось. Ну, еще раз, ребят. Посмотрите, Космо миссает, нифига сделать не может. Двадцать первые там прорывы, все дела. Блин, жалко Космо без воодушевления. Вот интересно будет посмотреть. Жесть. Посмотрите, что делается, ребят. Минус 977. Ну давайте, давайте. Так, Фрейя начала бить. А ему пофиг. Фрейя, не Фрейя, ему пофиг, все. Блин, я не знаю, сколько у него там жизни. Сейчас мы это проверим. Внимательно смотрим. Сколько? 2,6 миллиона? Да ладно, это нереально много. Что-то я не могу в это поверить. Ну еще разок. Давайте. Блин, ну мы больше нигде, кроме рейда, не затестим, конечно, это. Но все-таки интересно посмотреть. Стрелок 33к ударил. Стрелок вообще ни о чем. Жесть. Вот единственное, что это смотритель, походу, вот это единственное, что может остановить там и противоположная фракция Фрейя. Все просто пофиг, тут урон даже не уходит никуда. Смотрим, Лазуля, нереально, просто нереально. 12-й, 13-й прожив у Лазуля, он нифига сделать не может. Это при том, что еще стрелок атакует. Это жесть. Это нереальная жесть. Сейчас он, если себя включит, нет, смотритель ударил. Не успеет включиться. Посмотрите, сколько его бьют. Полторы минуты, блин. Офигеть. Ай, блин, я не взял ворожа этого для отхила. Седну. Ну, это просто нечто, ребят, согласитесь. Ну, 30-й прорыв. Просто вау. Так, отлично. Смотрим. 2,6 миллиона. Обалдеть. Вот это да. 2,6 миллиона. Это просто жесть.
Это просто жесть, ребят. Добавка 40% отсюда. Офигеть. $65 отсюда и плюс $25 отсюда. 2,6 миллиона. Шок. Это да, попробуйте его убейте теперь в других локациях. Но будем смотреть, как на дефе будет. А ну я, кстати, посмотрю, что там у меня было. 92, 59, 78. Неплохо. Так, хорошо. Поехали дальше. Давайте на арене затестим. Так, это что у меня? Это у меня лохник. Это немножко не то. Да, это жесть. Они его не пробивают даже. Да уж. Так, надо будет сейчас через низ пойти, окей. Офигеть, как он урон держит. Сколько они его атакуют. Это просто вау. Тут единственное, что еще возможно, это ПБшка, которая дамажит дофига. Но это просто нереально. Сколько у него здесь ХП? $140 от хил. Как вам такое? Фрея. Офигеть. Просто тупо не пробили. Так, ладно. Хорошо. Давайте в забашке посмотрим. Ну, тут нету у меня таких интересных противников сегодня. Ну, попробуем. То есть именно такая сборка. Да уж. Да, они его не пробивают. Ну пофиг. Там доспех сносит. Блин, 50 тысяч. Сколько там? 38. Под 50 тысяч атаки. Ну это что-то нереальное просто. Тут доспех один будет сносить непонятно сколько. Вот вам, ребята, ваши там герои. Это просто жесть. Мега унижение, как по мне. Просто тупо не могут слить. Ну это нереально, столько отхила.
Чуть-чуть нам не хватило. Жесть. Как с ним воевать? Что против него делать? Это нереальное что-то. Не, ну против лазури не интересно. Кстати, Ронин, давайте попробуем. Сейчас Афина сама себя убьет. Ронин то же самое. Даст видос. Да с таким отхилом, но это просто нереально. О, может здесь затащат. Они его просто пробить не могут. Это просто аут. Вот сейчас ворожай и Фрея. И то Фрея не может его убить. Надо было панчбокс оставить сюда. Гить. Да уж. Ребята. Ну как вам эта имба? Пишите в комментах. Как по мне, это просто жесть. Столько жизни, такой отхил. Это что-то нереальное. Вот так вот. Давайте в экспедицию забежим. Да некуда. Посмотрите на этот урон. Ну, с двух тычек выносят здание. Это нереальное. Так, давайте возьмем так. Так, чтобы быстрее добивать. Думаю, можно выпускать всех вместе. Ну, стрелок ничего сделать не может. 60-ка бьют, а толку? О, Фрея начала бить.
Вот единственное, что стрелок забор энергии делает, все. Это еще может спасти. Без стрелка, я думаю, тут вариантов особо нет. Посмотрите, 123 тысячи отхил. Ну, слейте уже его, хоть вы посливаете, да, должны слить. Отлично. Он, кстати, точно так же доспехом стрелка слил. Не знаю, ребят, пишите, что вы думаете, но как по мне, это нереальное что-то. Просто жесть какая-то. Такая сборка. Блин, крутой герой получился. Надо будет его потестить еще на других локациях и побегать на битве гильдий. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.